Что же, всем здорово, с вами снова Рен, и мы начинаем перепроходить Call of Duty Modern Warfare 2. Собственно, ничего страшного в этом нет. Конечно, я отвык, так что сейчас посмотрим. Так, быстренько покажет, только когда я убавлю звук, а то что-то мне не сильно охота играть. Ну конечно, чурки, вон чурки одни. И француз какой-то непонятный. Что я имею в виду? Развернитесь и стреляйте по мишеням. Такой резкий. Оп. Пока не используйте прицел. Мне как? Сейчас другое нужно. Просто стреляйте. Нет. Ну на скидку стрелять никогда. Нельзя. Пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Конечно. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. В присядочку они стреляют, блин. Вот не уверен, тут капитан есть, я сам знаю. Прям яблочко. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Конечно. Малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Ну, почти не со всех, конечно, но все равно можно пробить. По счету, но не по значению. Осколочная граната. Давай. Так. Ну это в центр кидать лучше. Вот, все. Ну, те. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Да чурка какой-то. Спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас. Да, в нашей армии раньше такого не было. Ладно. А, баскетбол, ребят, давайте. Оп, все, сейчас. Побежали. Че у нас одни негры? Пипец, блин, одни негры дежурят. Не могли нормально белых поставить, а? Привет, братень. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал тебе не хворать. Хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Теперь выбери винтовку. Ну, думаю, да. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Слушай, я сам знаю. Улыбайся и бей в цель. Ну это типа, да, типа улыбаемся и машем, улыбаемся и машем, да. Ладно, короче, вот так. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется, так, когда выскочит первая мишень. Все-таки я, наверное, возьму это и это. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Ну не знаю, слушай. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Так, здесь я играть не на... Ну, как говорится, не сильно вспомнил, так что не судите строго, если пройду это чуть-чуть медленно. Все чисто. Теперь в здание. Потому что это, как говорится... Прекрати стрелять от бедра. Посмотри в прицел. Потому что я и так знаю, как здесь играть, так что не надо учить. Так. Так, собственно, вот теперь вот сюда. Давай, вперед. Ой, сорьки, сорьки. Ладно, уж один раз то. Один раз ты можешь. Беги к выходу. Время идет. Давай, давай, давай. О, да. Неприлично, хотя тебе есть куда расти. Ну да. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ну давай, рядовой. Я люблю рядовых. Иди наверх к всем хантерам. Внимание! Мы выезжаем! Так, все, поехали. Парни, поехали, давайте. Принимаем их. Давайте, принимайте их.